Вот она, зима по-фински. Даже в мороз, сколько у нас сегодня, минус 15, люди, господи, ученики и учителя ездят на велосипеде. Что-то припозднились мы сегодня. Привет. Иду сейчас домой. Куча дел на самом деле. Надо закупиться, запаковаться. Скоро приезжают родители и день рождения Петри. Какая красота, какая тишина. Сегодня ясная погода. Если будет такая морозная погода, то будет очень хорошо видно северное сияние. Ой, просто красота. Оделась как смогла. Идем на вечеринку. Вау! А у нас снежок. Сегодня будут выступать детки, петь песни рождественские, такой типа утренник. На Финляндии нет такого понятия утренника. В Финляндии обычно вечером все мероприятия. Я тоже рада. Кто такой красивый? А вы пошли на улицу. Да. Вот здесь это все будет. Такая вот часовенка. Рядом с домом, рядом с садиком. Вот и все. А вот и быстро. Очень все скромно, очень все быстро. Без лишних церемоний. Мне кажется, это очень правильно. Делать такие семейные вечера. Мне очень понравилось. Вот так вот, наверное, лучше. В общем, едем домой. Нас угостили всякими сладостями, глёгом. Едем домой. Пришли домой, я вспомнила, что у нас с прошлого года бутылка глёг, вот сейчас я ее разлила. Да, она была закрыта. Я думаю, что ничего с ней не будет. Это ягодный, с ягодами. По-моему, это черная смородина, по-моему. Сделала деткам. Вот такой вот глёг у Лукаса. Вкусный? Горячий. Да он такой должен быть горяченький. Ну и моя чашечка. Ой, ну что, отдыхать и готовиться ко сну. Всем приятного вечера. Пепи! Доброе утречко. Забрала тут кое-какие поделки, рисунки детские. Сейчас зайду на почту. Кое-что заберу и возьму себе кефирчик. Сегодня решила сделать разгрузочный день. Всю неделю ела какую-то выпечку, сладость. Вообще, мне кажется, я набрала 1,5 кг. Не знаю. Так оно нет, но по лицу, мне кажется, да.
paista, porque están todos mirando como papá. Ah, rico paista. А, погоди. Погоди, я солнце сниму наконец-то. Итак, пришла я с учебы и сразу за то, чтобы сделать по-быстрому Петре шоколадный торт на день рождения. Рецепт под видео оставлю. Взяла из блога, из финского, из магазина Co-Market. Очень простой рецепт, но я думаю, получится вкусно. Где-то спустя энное количество времени вот такой вот тортик получился. Шоколадный. Сверху посыпала шоколадом, но я еще буду украшать. Это база. А это детям облизать. Специально оставила. И сладкоика. День рождения, Петре. Пена! Мама, что это такое? Удочка! Удочка маленькая, детская, да? Ты будешь рыбачком маленьким. У нас сегодня очень важный день. Едут родители. И вот с минуты на минуту уже приедут. На обед у нас сегодня картошечка. По рецепту Джейми Оливера и рыбка под сливочным соусом. Дедушка и бабушка. Петри! Что это такое? Лего. А что это за лего там, за станция? Это зимний курорт. Зимний курорт. 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 Так. Бабушка сейчас их как тянет. Ты как настоящая рыбка, да? Настоящая удочка. Какой большой. Он очень большой. Так, книжки. Лекарства. Гречка. Рыбка. И карта. А здесь печенье. Это маленькое. Да. Петре, накрываешь? А, это мой обед, а что какой? Ну, мы с тобой сидим. Ну, давай, забыл. Ты дал? Все.